Ай-хай всем, с вами Dogfish, мы играем в Internet 3.0. Мы заспавнились около острова с бункером. Думаю, вы знаете, что мы будем делать. Там чё, как пойдёт, как пойдёт. Тихо! Ты игрок пойдёт. Я лягу. Ладно, на остров теперь с тюрьмой. Тюрьма а-ля Алькатрас. Окей. Ужас, что творится сейчас в чате. Нет, ну реально, это тюрьма а-ля Алькатрас. Я вот смотрю. Сейчас мы ему напишем. Тише, тише. Блин. Тише. Да что ж такое? Тише. Тише. Тут. Жо. Дэ. Интересно, это они на чем смеются? Блин, я не с той стороны полез. О, мы прямо сейчас будем чисто полицейский такой. Так. Ай. Ложусь поспать. У них у всех такое упортое лицо. Здесь опять какая-нибудь... Это что значит? Сервер has been shut down. Ну блин. Нельзя так. Где тут он? Lost word какой-то. Попробуем на этом. Сейчас улик будет. Да, будет. Что бы сделать? Русские сида. Окей. Шарлоттаун. Ой, да ну вас. Я уже здесь все не был. Надо что-нибудь новенькое. Да. Окей, возьмем тачку и поедем к бункеру, и все. Не могу. Дисбаланс будет. Что там такое? Что там происходило? Ну ладно. Так. В смысле дисбаланс? У нас война? Эй, don't shoot. Don't shoot. Friendly. 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 Ньюби.
Нуб-нуб-нуб. I'm a noob. Don't shoot. Don't shoot. I'm friendly. Ow. Опять это тюрьма. О, там кто-то в тюрьме. Раз кто-то стоит. Ладно, кому-то тачка будет нужнее. Например, мне. Это мы где? Это мы на ферме. Окей, надо. Hello. Ничего не вижу среди этой пшеницы. Вроде сюда приехал. Как быстро утопить тачку? По-моему, вылазит уже. Ого, как. Вот так вот надо. Чего они ноют? А, ночь такая началась, и они уже ноют. Сы-пы-сы. Ладно. Нет, я не начал бы ныть, но так удобнее гораздо. И вам виднее будет все. Могилка. Реально могилка. Что такое? Что это значит вообще? На, я пойду отсюда. Угу. Да. И я себе ник просто другой сделал. Да. Что? Мне так больше. Удобнее. Бункер все еще здесь. Мне это нравится. Клей. Выпей баночку соплей. Фух, чуть ногу не сломал. Вау. Вау. Да. Все-таки Нельсон догадался, что бункер раньше был слишком маленький. О, да. Тун-т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 ун. Еще. Приветик. Там как бы калашников лежит. Спасибо. Зубикнаков. Наушнички. Я сейчас вообще такой. Даже не знаю. Стрёмный. Так, у нас сколько? 26 из 35. Надо его разрядить. Так вот. Разряжаем. Эммо. И заряжаем. Перезаряжаем. Тогда у нас заряженный зубик наков. Если что, я буду орать. I have зубик наков. Нет, плохой план, по-моему, все-таки. О, оранжевый магазин. А вот... Где тут еще? Ладно, сейчас познакомимся. О! Не нашел. А, может, у них зов какой-то появился в толпу? Они теперь за толпой ходят. Кстати, вот если на карту посмотреть, там в конце острова что-то странное. Еще тут раньше тропиночка была в эту сторону.
тут теперь ничего нет. Да, корабль, его сюда переместили. Уважаемый админ. Еще очки скиллов нужны. Слушайте, а здесь прямо хорошо. Виталики надо включать. Нету ягодок. Нет, меня радует один только мой зубик наков. Окей. Все вроде хорошо. Да, у нас тут американец на сервере. Или англичанин просто по-английски говорит. Англичанин по-английски говорит. Я только здесь, а тут корабль уже есть. Это что значит? Я думал, я уже до мыса дошел. Да, это же мыс, по-моему. Зомби, синие штаны. What the fuck? Затонул, так затонул, блин. Опять этот молоток. Так, чего здесь? Чипсы. Я пришел на корабль ради чипсов. Ну, в принципе, это смысл каждой вечеринки. Так, теперь проверим контейнеры. Одежка. Спасибо. Ты первый. Ай! О, тут как контейнер оказался за бортом. Ладно, немного личности у вас мы спецназ канадский. Что? Он пишет, здесь корабль, а корабль там. Это что значит? Так, поплыли в Альбертон. По-моему, стоило лучше воду поставить. Хотя он и так хорошо дает 30 FPS. Ну, вообще 57. Глушак на цепи или нельзя? Хотя если посмотреть так, он все-таки торчит, как там нарисовано. Но все-таки это выглядит не так, по-моему. Там было еще несколько метров до мыса, до конца. Интересно. Там есть в тюрьме столовка?
Я няшка. Я тут. Понятно. Ой, доки неудобно сделали Вальберта, не по-моему. Так, достаем зубикнаков. Показываем всем, что мы такие эдакие. Такие эдакие. Да они там что-то дерзкие все такие, просят все. Когда еще была карта Канада, в ландромате попадались наушники тут на стиралочках и ушаночки. Что? Блин! А что я сейчас подобрал? А, очки. Не, эти очки плохие. У меня чуть получше. Черт, эксит. Фух. Ладно, мы чуть перейдем, минутку-две. Так, друзья, я переждал 20 минут. И вот, все, мы опять в Альбертоне со всем нашим лутом. У нас пол хп, ну, половина. Да. Это что? А, хедфонс? У меня есть хедфонс. Что тут еще есть? А, ну больше ничего, в принципе. Да, некоторые скажут, я секунд просто. Нет, просто время. Это время. Оно летит так быстро. А еще я просто не хотел лут потерять. И опять снимать заново, блин. Это ж, что мы раз второй снимаем. Так, что тут? Ну, я почти так же, только у меня их два. Дай мне всю одежду военного. Че их так много? Бекасы. Вот как. Надо. Иди сюда. Спрячься. Так вот, прячемся. Вкачиваем скиллы, которые бы нас выстроили. Вот так вот. Так, сейчас хилиться будем. Хорошо. Ладно, скушаем наши чипсы. Угу. И 4. Ну, 4. Сачок. А, 3. Все, хилимся. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Перебрались. Тут пусто. Таминчики. А может там пацану стало маяка показать? Все. Да чего не надо? Чего он опять ноет этот кривулин? Пусть монитор настроит себе. Вау, бедный. Хорошо. Что тут у нас еще есть? Ничего. Надеюсь, вам хотя бы видно то, что я сейчас снимаю. Потому что мне уже плохо это видно.
кто пацан объявляется охота на админа, и его сослуживший награды, то вот кто убьет. Какой протез для ноги? А, все вспомнил. Ну это сплинт называется, блин. Че он говорит протез, а? Он себе ногу, что ли, отрубил? О, у меня столько печек дома. Откуда мы знаем, кто твой сослуживец? Мы с ним... А, ну понятно. Стоп, а зачем я озвучиваю вообще чат? Ладно, сами смотрите чат. Что там горит? Посрать. Вау, это первый дом, на котором стоят камеры. Что-то говняно все. Говняно. Говно вообще. Угу. Ночь только началась. Поставьте тень. Ой, хоть бы на меня админы не налетели сейчас просто. Рассредотачивается там, блин. Так, еще 5 минут прошло. Нифига себе, бананчики у них там стоят. 10 за килограмм. $45 за килограмм. Конечно, блин. Там $20 машинка на радиоуправлении стоит. Хотя это Канада все-таки, да, холодный край. Почти как мы. Но они нас не любят, по-моему. Или любят. Блин. А, War Thunder, что-то там объявление. О, одежка. Да, мы же голые ходим почти. Кипончик нет, кипончик не нужен. Пусто что-то. Один кипончик. Правильно, один кипончик. Куда тут можно еще сходить? В банке мы были, в пицце мы были, в доме мы были, в посте не были. Пошли. Так, что тут может быть? Здесь генератор может заспамиться, но я как знаю, генератора еще нету. Генератора нет. Черт. А! Don't shoot, I'm friendly! Надо куда-то бежать. Корабль. Блин, офигеть, они сюда приехали. Надо быстро отсюда сматываться, потому что опасно вообще сейчас. День не включают, чтобы было их сложнее найти. Все гениально просто. Не так ли? Да, пока я не выйду на них охоту, и это хороший план. Так, ну что ж. Все, мы здесь спрячемся. И будем с вами прощаться. Админа, плюс, делайте, блин, день, я тоже буду. Так, ладно, все, ложись.
глазки закрывай, бай-бай. С вами был Догфиш. Спасибо за просмотр. Пишите коммент. Ставьте лайк. И с вами был Догфиш. Опять повторяюсь. Всем пока!